Севастопольский космонавт Антон Шкаплеров и его коллега Петр Дубров призывают россиян быть бдительнее и не поддаваться на уловки преступников, использующих современные технологии. Об участии космонавтов в профилактике преступлений рассказали в пресс-службе УМВД России по Севастополю. Антон Шкаплеров и Петр Дубров обратились к жителям нашего города с борта Международной космической станции. Чтобы не потерять свои деньги, достаточно соблюдать простые правила. Не поддавайтесь на попытки запугать вас по телефону тем, что ваш родственник якобы попал в беду, что с вашей карты кто-то снимает деньги, пытаются оформить на вас кредит или совершить другую финансовую операцию. В таких случаях прервите разговор и перезвоните своим близким либо в банк по номеру на вашей карте или номеру, который указан в договоре на обслуживание. Если же кто-то в телефонном разговоре или в интернете требует назвать данные вашей карты, секретный код или же пароли, приходящие в СМС, знайте, что с такими просьбами могут обращаться только преступники. Не переходите по случайным ссылкам и не вводите данные платежных карт на тех сайтах, в которых вы не уверены. Злоумышленники могут воспользоваться полученными данными и опустошить ваши счета. Будьте бдительны, не отдавайте ваши деньги незнакомым людям и предупредите об опасности своих родных и близких.